На форуме обсудили еще одну важную тему – противодействие наркотикам. Не секрет, что продавцы зелья используют любые способы в пропаганде запрещенных средств, вплоть до завуалированных надписей на зданиях. По указанию прокурора Чувашской республики, надписи с информацией о телефонах, по которым якобы можно было приобрести наркотики, были удалены. В настоящее время в МВД проводится проверка по данному факту, устанавливаются личности злоумышленников, которые нанесли вот эти вот надписи. Кроме того, хочу обратиться к жителям республики. Если вы располагаете информацией о том, где торгуют наркотиками, либо увидели подобные надписи на улицах наших городов, можете обратиться по телефону доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков 58 33 33, либо по телефону дежурной части МВД 102.